В Рязанской области проведены практические занятия по инженерной подготовке со взрывотехниками Росгвардии. Специалисты уничтожили более 100 боеприпасов с истекшим сроком годности. Свое профессиональное мастерство сотрудники СОБР и ОМОН совершенствовали на базе управления Росгвардии по Рязанской области. Сегодня было уничтожено 184 боеприпаса гранатомета ручному специальному в различном снаряжении, таких как кумулятивные, светозвуковые, раздражающего действия и другие. Теоретические и практические занятия по подрывным работам проводились со взрывотехниками в течение недели. Процедура уничтожения боеприпасов проходила на полигоне с соблюдением необходимых требований безопасности.